умные машинки. Это домик Макса. Дверь гаража поднимается. Доброе утро, Макс! Макс поехал гулять. Интересно, во что сегодня будут играть умные машинки? Это маленький игрушечный погрузчик. Будешь играть в эту машинку, Макс? Конечно. Берем погрузчик с собой. А какие еще бывают машины? Найдем одинаковые картинки. Экскаватор. Мусоровоз. Каток. Бетономешалка. Подъемный кран. Бульдозер. Мими тоже будет искать игрушечные машинки. Бульдозер. Бетономешалка. Каток. Мы нашли три машинки. Ура! Поехали играть. Прячется на этой картинке. Пикап Бу. Он ищет машинку в шариках с сюрпризами. Бу нажимает на кнопку, шарик выкатывается. Что там внутри? Клубника. Клубника Бу не нужна. А в этом шарике что? Подъемный кран. Подъемный кран – это машина. Бу берет его играть. Играть умные машинки будут на детской площадке. Сегодня здесь есть краски и кубики. Макс приехал первым. Он будет играть с погрузчиком. Что может поднять игрушечный погрузчик? Кубик! Бери желтый кубик, Макс, он поменьше. Кладем кубик на вилы. Работает. Мими привезла еще три машинки. Как много строительной техники.
Бу, выгружай свою машинку. Подъемный кран. Смотри, все машинки желтые, а подъемный кран серый. Это красиво? Нет. Умные машинки раскрасят подъемный кран. Вам нравится зеленый? Не нравится? А синий? Тоже не нравится. Теперь подъемный кран желтый. Отлично! Все строительные машины желтого цвета. Какая красота! Умные машинки. На улице идет дождь. Кап-кап. Дождик поливает цветы. Здравствуй, Мими! Ты куда? На улице дождик. Что спрятано у тебя в шкафу? Это зонтик. Мими поедет гулять под зонтиком. Привет, Макс! Поедешь гулять? Дождик как раз закончился. На небе появилась радуга. Как красиво! А это Бу. Бу привез красную дугу. Сегодня умные машинки будут собирать игрушечную радугу. Они едут искать разноцветные части радуги. Мими ищет разноцветные детали в бассейне с шариками. Оранжевая дуга. Зеленая дуга. Желтая дуга.
Что нарисовано на этой картинке? Замок из кубиков. Макс, над воротами замка стоит дуга голубого цвета. Бабах! Макс нашел голубую часть радуги. Фиолетовая деталь. Бу, она тоже понадобится. Машинки собрали детали всех цветов. Назовем цвета вместе. Фиолетовый. Голубой. Зеленый. Желтый, оранжевый, красный. Игрушечная радуга получилась как настоящая. Молодцы, умные машинки. Умные машинки. Смотри, звездочки на небе исчезают. Наступило утро. Давай посмотрим, что делает Мими. Она еще спит. Интересно, что она видит во сне? Чайник? Рыбка? Облако. Зонтик. Уточка. Уточка крякает. Ой, Мими, где крякает уточка? Ау-ау! Уточка, ты в шкафу? Нет. Под столом? Тоже нет. Может быть, уточка на улице? Ой, как громко! Нашли! Резиновая уточка крякает в бассейне. Это домик Макса. Привет, Макс! Сюрприз! Перед твоим домом резиновый утенок. Возьмешь его покататься? Еще один утенок. Четыре утенка. Привет, Бу. Возьмешь утят с собой? Фиолетовый утенок с мороженым. Розовый утенок в сердечко. Синий утенок в облачко.
зеленый утенок с кленовыми листочками. Бу собрал всех утят. Найдем утят одинакового цвета. Два розовых утенка. Два голубых утенка. Два желтых утенка. Два зеленых утенка. Два сиреневых утенка. Два серых утенка. Желтая уточка-мама ждет утят в бассейне. Бу, Макс, отпускайте утят плавать. Все на месте. Нужно привезти воду. Какая машина может привезти нам воды? Экскаватор? Нет. Подъемный кран? Нет. Самосвал? Тоже нет. Пожарная машина. Точно! Нам поможет пожарная машина. Пожарная машина наполняет бассейн водой. Теперь уточки могут плавать. Плывите, уточки! Ха-ха, как весело!